Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Охота на ведьму. Мы продолжаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось? А случилось то, что... По ведьме, которая здесь летает, которую нам, согласно журналу, надо найти... Вот, она здесь летает у нас. Она налетела на наш крест, видимо. А нам надо найти ведьму. А сила природы у нас не вкачана. Волшебный огурец, который устанавливает 40 единиц здоровья, и сила земли нам пока недоступна. Нужны монеты. Нужны патроны. Вообще до хрена чего нужно. А самое главное, не попадаться на глаза этой твари. И тем более... Тем более. Попытаться бы не сдохнуть здесь. То есть, обалдеть, да? Я-то думал, тут как бы только на оборотне все закончится. А тут продолжение. Блин, мне эта игра начинает нравиться все больше и больше. Это охеренная игра. Неужели в какой-то веке что-то нормальное? Простое, но и в то же время классное. Это здорово. Так, двигаем, значит, туда. Посмотрим, что мы сможем найти. Так, у нас там крест как бы стоял. Но что-то крест вообще мало урона нанес. Конечно, мало нанес урона, потому что дерево-то я не нашел. А то, что я не нашел дерево, говорит об одном. У ведьмы усиленное сопротивление урону, согласно заметке журналу. Так, используя мою способность. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин! Какой кошмар! Она невидимая! Она еще и невидимая, эта тварь! Блин, вот это крик! Обалдеть просто! Так, надо срочно искать дерево. Причем, заметьте, она поорала... Но урона не нанесла. А может быть, потому что у меня этот, как его, стоит навык крик монстра. Я же тоже могу ответ как заорать, как резанный. Но все, у нас крест это. Блин. Рубануть что ли ее? Что-нибудь еще здесь есть? Да ни хрена здесь нету больше ничего. Так, способность. Вот, использовав мою суперспособность. Как я могу использовать свою суперспособность? Так. Найти можно это дерево, когда идет дождь. Вот как найти? Как это гребаное дерево найти? Я офигею. У меня эта способность, я могу смотреть только глазами этой ведьмы. А, ну еще лучше. Еще и этот там. Вообще ништяк. Зашибись. Блин, а? Ладненько. Так. Но... Зараза, сколько в тебя стрелять надо? Быстрей, 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 быстрей. Все. Отлично. Так, ну-ка, где там она?
Какие ты... Стойте. А может быть, я смотрю глазами летающего? Может быть, я не глазами ведьмы смотрел, а глазами летающего? Срань господня, где это дерево может быть? Найти сраное жертвенное дерево и уничтожить его. Ага. А, там еще этот... Шептун. Пусть идет в задницу. Чё-то это все не к добро. Ох, не к добро. Так, ага, помнится, я здесь был. По-моему, я здесь как-то закончил свой путь, когда меня атаковал где-то из-за угла паук. Может быть, он здесь и остался. Жертвенное дерево. Может быть, мне за настойкой эликсира сбегать? Бахнуть как следует. И если тут есть это дерево, то по идее... Оно должно как-то отличаться от всех остальных. О как. Паучье логово. Ты... Ветел я нахер! Скотина, а? Нифига себе, вы слышали, да, как это главгерой так заорал? Я когда первый раз услышал, я аж сам испугался. Вот так, будет знать как. Как нападать на нас. А тут нихера нету. Ну-ка еще раз задействуем. Ух, ёп! А, так тут одного выстрела достаточно. Так, что мы видим? Летает эта тварь где-то вот в одном месте, кружится и все. Так. Ну-кась. Она вообще куда-нибудь собирается двигаться? Это гора. То, где она находится, это гора. И я даже, возможно, догадываюсь, что это за гора. Учитывая, где она появилась. У меня есть соображение на этот счет. Давайте-ка сюда заберем. Да. Одна здесь. Одна здесь. Эта тварь здесь. Где это гребаное дерево? Дерево, дерево. Да ёптать, ну... Так. Вот тут все выжжено. Что если где-то это дерево наверху? Цветок, отлично. Как же это дерево найти? А что если та яма, откуда, помните, там тьма была, это и есть то самое место? А может и нет, фиг его знает.
Жертвенное дерево. Как оно выглядит? Так. Там мы вряд ли дерево найдем. Может быть... Может быть, знаете где? Помните, где там этот круг был, сатанинский? Может быть, это то и есть жертвенное дерево? Может быть, мне туда и надо идти? Там как раз что-то было похоже на жертвоприношение. Вполне возможно, что это то самое место. Черт, она все рядом летает. Так. Что-то я прихвостней уже не вижу. Сколько бегаю, а их все нет. Куда они делись? Свалили, что ли? Тихо, 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 тихо. Так. Вот где-то здесь находится место для... Для жертв... Оп! Оп! А это что такое? Это оно? Пошла нафиг! Иди, твою мать! Бабки! Пули! И отмычки! И чей это труп? Я могу сказать, весьма недурно. У нас есть еще деньжа. Плюс еще 29. Ну, что я могу сказать? Еще чутка, и мы приобретем... Приобретем себе это... Последний навык. И дальше будем закупаться вооружением. Сохранимся. Я думаю, стоит сохраниться по такому поводу. Где это гребаное дерево? И как я его должен почувствовать? Единственное, что я чувствовал, это когда это орать начинало, и у главгероя глаз начинало, походу, на задницу налазить. Я не знаю, что она с нами делала, но иконка была крайне неприятная. Так, а это что? Травка. Отлично. Вот это другое дело. Что у нас там? Сила природы. Это жертвенное дерево? Нет. Может быть, оно вот здесь вот на этом находится, наверху как-то? Блин, шептуны грёбаные. Ну-ка. Придется огибать. Так, вот. Вот это место. Вроде как бы жертвоприношение здесь было. Чуть не помню, оно что, прям за мной, что ли, параллельно следует? А-а-а. Смотрите, она это, бьется сильнее, значит... Я, видимо, сейчас буду приближаться. Которая... Которая из деревьев, но... Так. Понял. В колокол, что ли? Кстати,
вроде куда-то сюда надо идти. Грёбаные призраки. Где это жертвенное дерево? Не вижу. Так. Могу ли я? Нет, не могу. Это вообще на жопе сидит, не двигается. Ну и ладно, мне-то в плюс. Значит, я шел в правильном направлении. Ой, так я приближаюсь! Тут какие-то звуки. Ёбы! Ёб! Оно живое! Оно живое, мать твою! Я к дереву подошел! Смыть кислоту. Смыть кислоту, быстрее смывай. Смывай, мать твою! Блин, меня травануло. Черт, это древоборот какой-то, ёптать. А я... Ай, блин. А я-то думал. Какой трындец, а? У меня аж в глазах все поплыло. Давай прыгай в воду. Теперь ясно, кто это. Все, остудили сраку. Че у нас там, мана есть? Сохранится. Нету маны. Короче, надо эту тварь распятием валить, видимо. Ох, блин. Просто огромное дерево. Древоборот. Так. Стой, сука. Убью ведь нахер. Ладно, надо, короче, с деревом разобраться. Это все, конечно, хорошо, но дерево это, блин. Это что-то с чем-то. Оно еще и медленное, ко всему прочему. То есть в этом наше преимущество. Давай. Ты ёптать. Рань господня, хер поймешь еще по кому попал. Вон он, мудель. Давай. Его хер завалишь.
Да вы гляньте, какой бугай здоровый, как его валить нахер? Так. Что же делать? Так никаких пуль не хватит. Мечом особо не порубишь. Может быть, заманить его в воду? Блядь! Пошли нахер. О, ёб твою мать, вот только этого мне не хватало. Так. Давай. Брещи. Готово. Вон она летает, эта тварюга летучая. Так, надо бежать и лечиться. И покупать сраное распятие. А если повезет, то еще и взять самому на оставшиеся монеты этого распятия, потому что, блин, что это какая-то тварь неуязвимая, чем валить-то его? У меня огнемета нету. Мечом особо не поорудуешь. Была бы ловушка бы, я бы его в ловушку бы загнал бы. Причем часть урона как-то прошла, а часть урона не прошла. И вот как тогда быть? Скотина. Пули, как всегда, блин, летят сквозь собак. Надо скорее бежать в город, сдавать награбленный лут, покупать 20 распятий и хреначить разрядом молнии. Может быть, что-нибудь да выйдет. Давай, погнали. Распятие — это мощь. Я так понял, тут все в распятие упирается. Пулями его не завалить. Эта тварь неуязвимая для пули. Может быть, какая-нибудь ловушка есть, куда его можно заманить, допустим. А что если в яму тьмы его сбросить? Если он только туда дойдет. А если не дойдет? Бабки дай. Ты исполняешь волю Бога. Куда? Я только этим и занимаюсь. Не стоит доставать ярды. Да ясен пень, что не стоит. Так, там бесплатное распятие. 150! Дорого! Дорого! Да, еще как дорого. Ай, блин. Док, давай там подлатай меня. Что-то мне совсем хрен. О, есть что? Нет ничего. Блин, теперь деревья вырубаем. Я офигею. Как там это? За мной, славные хоббитцы. Давайте раздолбаем Изенгард. Погнали в лес. Вы не можете убить шептунов. Ага, так я их не могу убить, а я еще по ним ведь стрелял. Оказывается, шептунов убить нельзя. Кстати, а ну-ка сейчас глянем подсказку, чем можно дерево? Дерево, по идее, по-хорошему топором рубить надо, а не мечом. Либо на крайняк огнемет раздобыть, потому что он еще кислотой плюет в меня. Тварь такая. Так...
Ну? Вроде как... Угрозу миновали немного, да? А может и нет. А может и да. Шут его знает. Поднимемся наверх, посмотрим, что у нас там. Не хватает сраных монет для того, чтобы купить себе восстановление здоровья от травы. Легендарное. Так. Ищем, ищем. Главное разделить их, потому что эта тварь, летучая, певучая, она урон от молнии на себя забирает. Я не по дереву попадаю молнией этой грёбаной, а по певунье. Ой, блин. Нами! Выдохся! Я выдохся! Ну-ка. Может быть, дерево в тумане ходит? Не. Не в тумане. Что-то не понял, а где он? Кого я увидел? Ладно, меч в зубы и погнали. Искать этого деревянного. Так, ну, засейвиться мне хватит? Нет, нихера. Вот тут топор должен быть. Слушайте, а что если он всегда появляется именно там вот? То есть он всегда где-то вот в одной стабильной точке. Давайте-ка снова наведаемся. Опять шептун грёбаный. Да. Этот мудак здесь появился. Быстрее в себя приходи. Там. Блин, главное сейчас вплотную к нему не подбежать. А то как в тот раз подбежал, и пока я понял, что дерево-то, оказывается, ходит, уже было поздно. Так. Может, наверху? Тут хотя бы посветлее. Блин. Сраное дерево. Вот что мне с ними делать, а? Где он? О, надо срочно грохнуть. Монеты бегают. Заплатите ко мне чеканной монетой. Ну-ка. Монеты. Да. Чё, неужели он там где-то?
Ого. Стоять. Догоню ведь нахер. Догоню, говорю, бляха-муха, стой! Сучка. Еще одна. Говорил же, стойте. Нет, надо бежать обязательно. Вот надо бежать куда-то. О, опять этот там. Да ёптать, я свалился, пока смотрел. А куда он делся? Сука, эту тварь можно искать. Так. И такое? А мне кто-то бежит? Стоять нахер! Стой, сука, стой! Я теперь гоняю монстров здесь. Блин, шустрая мудель. Сука ж можно тебя ловить-то. Ах ты, зараза. Сюда. Бобик грёбаный. Поход сюда надо. Блин, пес чертов, а? Вот засранец, обосрался и сбежал. А монеты кто платить будет, э? За каждый кусь. Еще и это, блин, фантомная дрянь. Во, монеты. Монеты чеканы! Черт. Опять эта хрень. Так это же вот он. Вот же он. Пидарас. Хрен с два ты попадешь. Ты заебнем! Офигенно! Где это я? Ой-ой-ой-ой-ой. Сработало раз в пятье. Так. Грёбаный пес, а? Кусь сделал. Ай, блин. Зашибись. Ну,
короче, раз пятим-то я попал ведь. По сути, я раз пятим попал, мана в запасе имеется. Если меня еще раз кто-нибудь сапнет, я смогу стелепортироваться. Сколько там надо? 55 маны, а у меня 45 маны в запасе. Нормально. Я и забыл, что у меня второе дыхание. Хороший навык. Короче, это дерево надо валить тогда, когда оно в спящем режиме. А может быть, оно и в ближнем бою не атакует? Кстати. Может быть, попробовать мечом покромсать? Я-то, в принципе, один фиг нафига не теряю ничего. Можно попробовать, я думаю. Давайте погнали на то же место. Будем, так сказать, вести неравный бой с бревном. Достану-ка я лучше меч. Поскольку пушки — это что-то вещь какая-то такая вообще. Малоэффективная. Тут есть где-нибудь трава? Трава есть в этом. Там же огород вроде. Ща глянем. Так. Ну и лесок здесь, я балдею. Как говорится, не одно, так другое. Там кто-то ходит. Или мне показалось? Видимо, показалось. А этот мудак еще берет, так сказать, это... Пошла вон. Пошла от меня вон. Тварь лесная. Ну чё, типа сюда идем? Ни одной травы нету. Какой кошмар, и как я лечиться должен? Хорошо, что хоть реген вкачан. Так, если я правильно понял, то дерево гуляет где-то там. Я сейчас, по идее, к нему должен подойти. Так. Ой, блин. Ходишь, ищешь, ходишь, ищешь, ходишь, ищешь. Когда там сердечко начнет чаще биться? Слушайте, так можно попробовать и это. Ближний бой? Попробуй-ка я его в ближнем бою попилить. Может быть, так возымеет эффект? Потому что, ну, то, что вот это вообще ни о чем.
А опять твои бобики. Ты от кого бежишь? Блин, от этого навыка рык монстра больше проблем иногда. Чем польза? Это что? А, так я здесь был. Ну и чё, погнали тогда сюда? Если его здесь не будет, придется идти в обратную сторону. Это хорошо. Но это он стоит? Блин, это не он стоит. В поисках бревна, ё-моё. Офигеть. Это приквел к сказке Буратино какой-то. Перед тем, как сделать Буратино, его папа носился с мечом по темному лесу, разрубая все направо и налево. Но? Где эта тварь? Я задолбался искать ее. Сова, давай подсказывай. Сука, его можно искать. Блин, то есть он в этой зоне? Получается, он там где-то? Ёпты! Что это такое? Ой, блин. Блин, я подумал, это паук, а это не паук, это вообще. Придурок, стой! Стой, придурок! Зарублю нахер. Давай, раунд второй. Да, явно не твой. Так, если здесь эта тварь есть, то она где-то тут. Она. А вот он. Даже искать не надо долго. О, тварь! Давай! Зарублю! Зарубил. Так, ладно. Какой кошмар. Погнали туда. Возвращаемся на место преступления. Ну, блин, навык второе дыхание — это что-то с чем-то. Ближний бой не канает, я понял. А если закончится пуля, то дело дряни. Ибо эту тварь хрен из два завалишь, чем нормальному. Надо его вывести на местность и расстрелять. Я думаю, только так. Ты там как? А, ему нормально.
Так-сь. Ой. Ой-о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 й. И где она? Блин, невидимая тварь, она рядом. Рядом. Козёл, помогай. Блин, козёл помогать не собирается. Вот ублюдок. Так, ищем его. Опять что ли? Он как будто... врос, получил и исчез. Вот. Место последнего столкновения. Ой, блин. Здоровье вообще не густо. Где его теперь искать? Ну-ка, давайте-ка это. Блин, только я хотел задействовать способность посмотреть глазами твари, как на тебе, пожалуйста. Короче, ясно, надо бегать по всему лесу, каждый раз искать, когда он сидит, срет этот дуб, и давать ему это выстрелом под зад. Тогда, может быть, это его замедлит эффект. А так вот, блин... Не, можно еще один вариант. Можно попробовать накопить здоровье. Вывести его, допустим, сюда на берег. И попробовать обстрелять. Но это так себе затея. На самом деле. Сохранимся. Что у нас тут есть что-нибудь? Нихера у нас тут ничего нету. Обалдеть. Как с такими прикажете воевать-то? Он же неуязвимый. Ну, после того, как пробуждается, урон по нему практически не проходит. Может быть, сюда? Тотем ставить бесполезно. После каждой оплеухи он прямо стремительно куда-то валит. Причем с сумасшедшей скоростью. И ведьму напрямик не грохнул. Кто там? Кто орал? Ну давай, выходи. Ладно. Да будет так. А пистолет быстро перезаряжается, справедливости ради. О! Это хорошо. Так, короче, ищем его. Сейчас попробуем завязать затяжной бой. Если получится. Ой, 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 ой. Тут пауки, по-моему. Да? Может быть и да, может и нет. Так, ладно. Блин, надоели. Опять эти шептуны, мать вашу. Так. Ой, 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 ой. Ой, не надо.
Охереть, это можно просто обалдеть. Бегаешь и ищешь иголку в стоге сена. Реально, при том. Его бы вот сюда, вот, как первый раз, вот был план хорош. Вывести его сюда и расстрелять его здесь. Но, блин, урон по нему почему-то вообще толком не проходил. То есть сколько ни стреляй, а ему насрать. Притом, весьма конкретно насрать. Ну-ка. Так. Попробуем. Самое главное сейчас вовремя стрелять. Блин. Постреляли, называется. Подбежал этот, пока я целился, коки откусил нашему недовидимаку. И сказки на этом конец. Я обалдеваю, когда они по двое вылезают, этих монстрят. Тут вообще уже ничего не поделаешь. А этот еще с двух рук стрелять не умеет. И от бедра тем более. Так, надо, короче, это... купить этот навык. Чё у нас там? О, у нас нормально деньжат. Надо купить этот навык, который позволит нам получать больше здоровья, а на оставшиеся... мы купим раз с пяти. Да побольше. Так. Но... так, забираем бабки у этого. Бабки. Ты исполняешь волю. Да, херенную я волю исполняю. Вот как-то так. Такс. Ну, чё у тебя там? О, бесплатное распятие. Отлично. Так, берем сила природы. И у нас осталось... ух, сколько у нас добра-то осталось, ё-моё. Так, при помощи молнии срабатывает только один раз. Но там урон, конечно, посерьезнее будет. Давайте распятие. Может быть, даже парочку возьмем. Вот. А на остальное будем копить тогда. Ну, короче, что получается? Пока тот корни пускал, мы тут прокачались. Причем просто до... до состояния, не знаю. Главгероя игры Doom. Doom Slayer, да, так сказать? Doom Guy, Doom Slayer, Doom Marine. Называйте как хотите. Скоро голыми руками рвать всех будем. Очень хочется в это верить. Вот как-то так. Ну ладно, тогда давайте-ка закончим тут. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Facebook, Twitter, а также на другие страшненькие прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Пока-пока.